Всем привет, вы на канале Marcom TV, а мы продолжаем собирать кремний в Mass Effect Andromeda. Я здесь отошел посмотреть, сколько же мы его собрали. В общем, мы его собрали 2000 единиц, при том, что остальные даже близко там не подбирались и к 500. И что-то учитывая, что такая круглая сумма, видимо, больше 2000 единиц материала собрать в принципе невозможно. А то, что он у нас собирается, это не есть правда. Вот поэтому заканчиваем собирать кремний и продолжаем играть уже строго по сюжету. Вот. Я надеюсь, в этот раз мы все-таки отгрохаем уже второй ванпост. Сколько можно тут бегать и отстреливать зверюшку? It's here. I just have to. It helps if I steal my mind. I've been here before. Familiar. One, two, three. Indentations. Pomia. It worked. Wow. It was under their noses the whole time. The rest of the remnant in the area may have prevented scans from detecting it. Ну вот платин не было. Платин можно смело брать. Так, наверху уже там ничего. Так, и красота. Я вот не знаю, если придется брать кремний. С одной стороны, я же сюда уже ради него-то не вернусь. С другой стороны, если он действительно не прибавляется, нафига он не сдался? Zorai was able to make them stop. How did he learn to use remnant tech? It's not like there's a manual. Zorai watched the watchers. That's all I'm getting. I'm not sure what it means. The others slept, but Zorai, but I stayed awake, unmoving, but seeing. Так, никель, никель, да, никель. Sounds like the stasis field around the first monolith. Maybe Zorai was able to shake off the effects. Maybe that changed him. Давайте прям глянем. Вот я вам хочу показать. Вот у нас есть ресурсы, у нас есть минералы, и у нас есть... Ну ладно, железо приблизилось. Вот кремний. 2000. А вот, кстати, нет, я не соврал. Да, его действительно просто 2000. Все, продолжаем собирать. Я перепутал. Я думал, что мы собираем кремний. Ну, увидел просто циферку большую, сразу подумал, что это он. Нет, не сюда. Сразу не мог сказать. Builder machines exhaust me. Mind and body must be engaged wholly or the attempt fails. I can't stop. Without the monoliths, the vault fails. Without the vault, the planet dies. I'm close. Just one more. The sages got it wrong. Zorai was a woman. That was a voice. My voice. May I have this Pathfinder? It's yours. It's always been yours. I could provide an organic matter, ancient, reads as Angara. It's Zorai. She died here before she could get to the third monolith. This was me. I would like to spend some time here, but not now. The third monolith can't be far. Come on. Куда идти-то? This way? Yes. This is all feeling familiar. At least I think it is. The lost monolith. Finally. Ну, опять поехали. Я думаю, горизонтально, нет? Ну-ка.
только активируем, кому сначала свои воспоминания. Another eidetic trigger, Sam? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. It's done. You finished what Zorai could not so long ago. I'm sorry, Tavos. No. There's nothing to be sorry about. She didn't complete what she set out to do, but she didn't fail. The two monoliths she reactivated kept Haval going. Without them, the planet would have died. Go on to the Vault, Pathfinder. I think I'll stay here a moment. I have a lot to think about. Я-то думал, тут сейчас будет блуждение по полчасу. Ничего. Что, даже никеля нет? А это оказалось все. Пасхалок нету. Совсем нету, да? Ну ладно, нам же на выход, я правильно понимаю? Да. Так, ну это все, конечно, замечательно, но честно говоря, хотелось вообще-то тут вроде как аванпост основать, говорят, можно. Я здесь зверюшек перебил, атмосферу сейчас, говорят, наладят. Врагов тут больше нету, с пушками. Ничего себе. The vault should be open, Pathfinder. Сюда, да? Да, сюда, естественно. И куда мне тут переть? Ага. Проще было, конечно, так. Ну вот теперь можно смело сказать, что внизу я зачистил все и не зазря. Так. Нет, мне надо развернуться и пойти вот туда. Ух ты! А я-то уж думал, один я остался тут. Больно бьют, гады. Полно друзей. Но если появление реликтов я еще могу оправдать какой-то там магией, то звери-то откуда взялись?
Наблюдаю. Это все нормально. Думал опять нужно. Замораживать замечательно. Никакие тараны мне помогают. Get ready to fight! Жизнь такая-то полна насилия. Опять ты. Отлично.
Книги. Кыс-кыс-кыс. Так. Здесь я догадываюсь, что будет. А что за ней? Будут какие-нибудь подарки? Historians believe much of our progress was spurred by such finds. We might benefit from collecting these artifacts. Ну что ж, на вход. В тот раз мы бежали от какой-то большой страшной огненной бури. Что в этот раз будет? Okay, Remnant Vault. Let's get this place up and running. Вы же не хотите сказать, что я? Да нет. Просто одинаково. Ну, понял, откуда, где? Я же смотрю. Ну, где ты там? There must be a trick to this. Let's give it a try. You can hack the turret, Pathfinder. It's nice when they're not trying to kill us. Нет, ну. Так, а вот это вот для чего? Видимо, именно для этого. Это тоже для этого. А это для этого? И это для этого. Я что, все их просто должен включить? Что за тупость? Угу. И ничего не происходит. Так, может, забыли кого? Нет. Раз нам дали перепрограммировать, точнее, турель, то, наверное, отсюда кто-то пойдет. Причем в немалом количестве. То ли я выпускаю что-то. Нет, 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 нет. I think that's it. Good work. Так, ладно. Сходим еще раз, посмотрим. Или все отключить, оставить только тот, который
подпитывает ее. Выключил, да. Ее вообще запитывают отсюда. Ничего не понимаю. Или я их выключил? Здорово. Понятно. Ладно, посмотрим, есть там кто или нет. Да, впечатляет. Именно в такую падал Шепард примерно. Испепеляет мгновенно. This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us, you mean. Что с тенью? Компьютер, что ты делаешь с тенями? Бежать, но меня же не подпускают. Ну вот, кажется, будет смерть. Понять бы еще зачем. А, понятно. Все, 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 я согласен, я сваливаю. Нахер пошли. У вас проблем хватает. Мать вашу, дальше-то куда? Ух. А, нет, не ух. Меня убили. Ну, вообще визуально-то вроде как облако-то пропало. То есть надо было просто дальше отойти или меня пристрелили. There must be a trick to this. Let's give it a try. Подключиться. Вообще не ясно, что изменилось в жизни. Так, пушечка у нас за нас. За нас. А вот здесь вот ничего не работает. Да и здесь не особо. Вот. Ворота мы раз заработали. Обломись. Или их нужно включать в определенной последовательности, есть подозрение. Просто угадывать бессмысленно. Должна быть подсказка. Всегда должна быть в таком случае подсказка. Так, хорошо, сохранимся.
чтобы лишний раз не бежать. This console will activate the purification field. Продолжим. You may want to sweep the area. Вперед. Before this place tries to kill us. Okay, get ready to run. Here it comes! Go, go! They're not happy with us. Я уже согласен отступить. It's closing in on us. Move! No, they just keep coming. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Твою мать. Значит, убивает, а гравитационный колодец сломался же. И что мне делать, вы предлагаете? То есть я все-таки был прав в самом начале. This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Ну, с третьего раза все получится. Okay, get ready to run. Here it comes! Go, go! Not happy with us. Деваться некуда, я не могу прыгнуть в никуда. Там бездна. Ремтек, grab it! Что сюда, но это же глупо. Это же облако, оно меня и тут съест. Ну да. Прям хоть в интернет иди. Данная ситуация мне непонятна. This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us, you mean? Сюда уйти я не могу. Тут мне конец. Там мне тоже конец. Там вообще откуда прет? Вполне логично, что туда бежать не надо. Здесь как-то тоже так себе. То есть в этой комнате мне делать нечего. Okay. Get ready to run. Here it comes! Go, go! They didn't like that. Так, я бы не против выйти. Как отсюда выйти? Useless now!
Remnant, don't quit! Побери. Man, never gets less terrifying. Let's get out of here. Бывают же такие бараны, как я. I'll find a rider. Are you there? All our instruments just recorded a surge. What happened? Vault's back up. We did it. That's a jest. It can't be. That's not a jest. The vault going through a reset would explain all the readings. I can't wait to hear all about this. Come back to Pilar. We've a lot to discuss. Что, мы теперь дружим, да? Скоты, вы меня только что убить хотели. Да и не только что. И до этого тоже. При каждой встрече. А теперь мы дружим. Все равно я вам все это придумал. Так, ну что ж, мы хотя бы живы теперь. Как-никак, а достижение. Мы теперь можем тут отгрохать? Pathfinder, the organic life on Havarl has begun to stabilize. It appears the vault is performing biological repairs. Imagine... Чего-чего? Imagine what we'll see here in a few years. Грохать теперь здесь аванпост я могу, нет? Не ясно. Давайте переместимся. Нам там наверняка что. Так, карта у нас как там с картой? А, карта у нас маленькая. Вот. Ну как она, то есть большая, но она маленькая. Вариантов тут немного, в отличие от песочной карты на Эйвусе, где у нас дофига какая большая карта, плюс там по высоте постоянно были разности. An alien able to use remnants. Never thought I'd see such a thing. My aunt had a remnant. I'd rather not jump to Pathfinder Rider. You have done something remarkable here today. Succeeded where Zorai failed. Esmus, what are you doing down here? Renewing old bonds. Talking to you was enlightening. I saw an alien working for us when we had given up. We have isolated ourselves for too long. Perhaps there is a balance we can find. We all need to find balance, I think. Tavos. I wasn't expecting to see you, but I'm pleasantly surprised. I've learned a lot in a short time. The Rokar wants simple solutions, but nothing is ever simple or certain, is it? I wish those that were killed could have realized this. But after everything I've seen, I have to hope that they aren't lost forever. This curious memory transfer. Reincarnation. Whatever it might be, I aim to devote resources to studying it. Maybe one day we'll find the truth buried deep within our superstitions. That was kind of heartwarming to see. There has been healing today, Havarl. The rifts between my people and your to thank. There is some space here at Dar Pilev, and we'll need extra hands to monitor Havarl's situation. Will you extend an invitation to your people? We'd welcome anyone who can help. I'll pass it along. Then I'll leave you. I have some numbers to analyze. Can you believe it? For the first time in years, they excite me. Ну и вот теперь-то мы можем отгрохать. Да вы что, издеваетесь? Аванпост. Ну мы же можем. Почему отложено? Мы же могем. Ну, я вот сюда бы хотел, нет?
Игра у меня решила, что она может свернуться просто потому, что ей хочется. То есть построить... Нет, построить здесь точно можно. Не надо мне врать. Почему я не могу здесь построить? Вот это мне интересно. Я согласен. Давайте. Как построить здесь аванпост? Anything you need? Jal said you worked for the Moshai? Not I, but many of the team that was sent to the monolith are her students. When we learned that Havarl's decline had something to do with the monoliths, we requested her help. She sent her best people here to help us with the remnant. I should get going. Stars be bright for you, Pathfinder Rider. Вот. Это мне как раз нужно. Но потом. Связь кого с кем? Нет. Не это мне нужно. But I am a plantor through my personal shuttle. I could have been inside. Yes? I won't bother you further. Very well. Watch out for plants while you're out there. Vicious things. Кстати, да, ни одно растение на меня так не напало. К сожалению, было бы интересно. Так, ну как же. Так, давайте посмотрим. У нас должен быть какой-нибудь луч надежды. Кажется, так он называется. Для чего там луч он? Приоритетный. Да, все верно. Или, может быть, надо поговорить действительно через бурю. Так, ну что ж, ладно. Сделаем так. Сделаем, ладно, все-таки. Старинка. Поговорим с ней. Я думаю, это будет конец, по факту, данной миссии. Ну, предыдущей даже, не этой. Если нам там намекнут, что можно построить аванпост тут, то построим. Если ничего подобного нам не скажут, то уже за кадром я там немножечко пособираю. Откуда? Откуда? Я же вас убил всех. Поубиваю зверь... нет, зверюшку не буду убивать. Изучаю его. Новые нагрудники, новые пушки, соберу что-нибудь, потому что с этими пушками бегать уже как-то неудобно становится. Они слишком слабы. Jal says Ephra is waiting for your call, Pathfinder. А, ну, кстати, да, и можно поболтать с ними. Кстати, да. Давайте поговорим с экипажем. O'Connell and Serena spent months getting our systems coordinated. You can't just strip and redesign those connections on the fly. Gil? I know you can hear me. The whole ship can hear you. I'm just not listening. You're fighting again? I'm thinking the same, believe me. The discovery of Aya was just what we needed, Ryder. The Ungaran scientists have been so generous in sharing their wisdom. It's been amazing. At least one of the first contact situations went well. Right. The Ket. Habitat 7. I'm thankful the Ungara were willing to risk working with us. I'm afraid not all of them are quite so friendly. Some give trust easily. From others, you have to earn it. I'm confident we'll get there. I should get back to things. Sounds good. Ну, то есть каких-то глобальных переговоров пока здесь нету, да? Чего у нас там по почте приехало? Да, я помню про покер.
А, так все-таки вот оно как. Я же вроде как все там нашел. Ладно. Так, это я уже читал. Странно, что выделилось. Так, ну это мы уже все читали, да. Что ж, ясно. Здесь у нас по-прежнему никого, я так понимаю, да? Да, все верно. Так, что там Пиби думает? Outstanding, Pathfinder. Пиби у нас ничего не думает, потому что ее тут нет. You have AVP outstanding, Pathfinder. Да-да-да, я с первого раза понял. Perfect drift. You know we've got a finite set of tires, right? Also limbs and lives. Well, what's the point of having them then? Да мне что ж теперь вас по всему кораблю каждого отыскивать? Давай, Гил, выкладывай как есть все. Почему опять? Hey, Ryder. What's the story? Понятно, выложил. Good talking to you, Gil. Anytime. Лекси, твоя очередь. Yes. Ясно, I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Лем. Pathfinder. Hey, I was wondering, could you put your stamp on a project? It's for me and Jarl to work on. Call it diplomacy if you have to put it in a budget bucket. Greenlight that research and it's all good. What's your read on the people we're working with? The squad and crew? They're all fine. You must have opinions. Your opinion's more important. What do you think of your people? Everyone has the training, but this job is all new every day. That's probably what the Nexus is counting on. That our skills fit together to make it work. Up to us to figure it out. That's why this is our ship. So we own it. Want to make it work. We'll talk later. I know it. Bitcoin channels are ready, Pathfinder. Успею еще поговорить. И это в конце. Так, хорошо, здесь больше пока никого. Я надеюсь, у меня-то там никого нет. Both have biotics. That's how it's said. Yep. Though, sorry, biotics are a few hundred thousand years ahead. Humans are catching up. Humans back home, maybe. You skipped class for 600 years. Hi there. Just checking in. What's up? Thanks for chatting. Странно, we'll мы закончили, в общем-то, you одну из основных миссий, а нам при болтовне никто ничего об этом не говорит. Это же старая добрая традиция. Закончилась сюжетная миссия, у каждого есть свое мнение о произошедшем. С каждым надо побеседовать. Is there something else? A few more questions, if that's okay. Yeah. We won't know till we try.
I want to learn more about your species. What would you like to know? How long have you had electromagnetic capabilities? How do they evolve? No idea. Biology doesn't interest me, but I'm sure you can easily read up on it. That's disappointing. No biology at all? How do your eyeballs work? Okay, I get your point. Maybe I can find an N'Gara doctor to ask about your... whatever. Although, I used to know some facts, like the origins of our vestigial organs. Oh yeah, humans have a coccyx, a vestigial tail, and I have webbed toes, just a couple, but Sarah doesn't. And she had wisdom teeth, but I didn't. Now you. No idea. Is there a central N'Garan religion? There are many variations. An almanac could give you an accurate number. But if you are a believer, the essential tenet is, after we die, we are reincarnated. We evolve to make our families strong. Born from what was before. Blessed to be better than before. Are you a believer? No. Yes. Sometimes. I don't know if it's the same for humans. Sahuna, my true mother, is a firm believer. How many colonies do you have? On what planets? Since the Scourge, we've managed to survive on a small number of planets. What we know from before the Scourge is mostly oral history. We did have spaceflight, and the stories tell of 5 original colonies. The N'Gara seem so open and free with their feelings. Are we? We're certainly not ashamed of our feelings. We're taught that feelings and beliefs should live on the outside, where they can be dealt with, honestly and openly. Don't people get hurt? Of course. Then everyone deals with it. That's the point. You studied with Moshe Sefa. Is she a teacher or a religious figure? She's many things. She's a clear thinker with deep knowledge and insight. She teaches and inspires. She is beloved. I love her. People are willing to die for her. She sounds pretty special. She is. I hope you get to know her. Well, enough about that. Can you tell me more about the Ked occupation? It's a difficult subject. I'll answer what I can. I may get emotional. When the Ket came, why didn't you fight? They didn't give us a reason to. Until they did. Then it was too late. Perhaps you think we were weak. But the Ket are ruthless. They are masters at knowing exactly when and how to strike. I get that. Believe me. Have the Ket always been here? No. Some, like the Moshai, are old enough to remember the time before the Ket. But I don't. Nor do my mothers. And the Archon came with them? We think so. Resistance intel on that is unclear, and few have seen him in person. And lived to tell? And lived to tell. What's living under the Ket been like for you? Do you really want to hear about these things? They're painful. I asked, didn't I? It's like living on unstable ground. Every day brings more horrible news. I part company with someone not knowing if I'll ever see them again. When I was a boy, my father vanished from my life. One horrible day. Was he in the Resistance? No. He was a technician at a mine. He went to work and didn't come home. That happens for an N'Gara child somewhere, every single day. Well, enough about that. I'll see you later, Jarl. Stay strong and clear. Вот теперь поговорили не то, что в прошлый раз.
Так, где там Кора? Куда она спряталась? Я слышал ее голос. И, кстати, не только Кора. Где Ветра? What can I do for you, Pathfinder? You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Hey. Понятно. We can talk more later. Новостей нет. Sure. Так. В медотсеке есть кто-нибудь? Нету. Так, ну нафиг случай, что там у меня, да. Это же та же самая почта. Да, та же самая почта. Hello, Ryder. Ничего. Thanks, Sam. Nothing more. Так, что у нас там, кстати, по костюмам? Потому что мы много всего набрали. Так. Ага, то есть это мы не костюм выбираем, просто внешний цвет. Тьфу. You have AVP outstanding, Pathfinder. Aya has so much biodiversity. And the waterfalls, just like Sir Cash. Так, ну я так не нашел Кору. Ладно, не думаю, что нам что-то скажут они. Тем более Ветра нашел. Давайте, да, с криокамеры кого-нибудь выпихнем уже. Так. Ух ты, а тут что у нас прибавилось? Всякого разного. Да, прибавилось всякого разного. Да, я, по-моему, вот это хотел открыть. Давайте. Стоп, в смысле единовременная награда? Черт побери. Ну ладно. Что ж тут поделать? Лоханулся так лоханулся. На самом деле уж. И не самые далеко нужные. Ну да ладно. Так, хорошо. Пойдем побеседуем. По видеосвязи наконец. Commander? Pathfinder, Joel's been keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You went out of your way to free that science team. A selfless act. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Joel says you want to help find the Moshi. Why should I let you? I'd like this to be the beginning of a strong relationship. Keep your promises, and little by little our bond might grow. We've managed to trace the Moshi to a special camp facility on Vold. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully? The Angara don't need anything from you. We take care of our own. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... Well, I want to go.
It was risky to be honest about your AI, and honesty makes you different from the Ket. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the Ket facility. Stay strong and clear. Goodbye. Джал said he wanted to see you. Ну, вообще, я думал, что там... Так, кто там? Ага. Я думал, что с нами поговорят подольше. Еще бы понять, где сейчас Джал находится. У себя, не у себя. Так, ладно. Давайте сходим уже вот сюда, чтобы на красивой картинке с вами расстаться на сегодня. Ну, бывало и красивее, но и это неплохо, я считаю. Мы еще поболтаем тут немножечко на корабле с нашими. Понаберем сайд-квестов уже личных, я так понимаю. И пойдем дальше по сюжетке. Потому что пока я не вижу смысла переключаться на что-то еще. Что ж, спасибо, что были с нами. Ждите следующей серии. Я буду ждать вас там. До встречи. Пока-пока.